Ребята, всем привет! Сегодня я с вами на канале, наконец-таки, спустя сколько времени записываю вам видео. Я решила записать видео про питание, рассказать про свой опыт, про свои эксперименты в питании, про много-много-много вещей, показать вам, что я ем, что я не ем. И я провела опрос в Инстаграме, и все ответили, да, мы хотим такое видео. Просто было 99% тех, кто хочет. Собственно, к чему я готовилась последние несколько дней, это к тому, чтобы рассказать вам о том, как я питаюсь, как пришла к этому питанию и почему, собственно, и да. В общем, давайте начнем. Где-то года полтора назад я начала думать о том, чтобы стать вегетарианкой. Я посмотрела видео, которое называется What the Health, на Netflix оно есть. И эти же режиссеры сняли еще одно видео. Сейчас я вам тоже расскажу. Не помню, честно, как называется второе. Но первое на меня настолько повлияло, что я просто была в истерике и кричала, что я больше не буду никогда есть мясо, что это просто не затолкнете меня ни куска просто. Этот репортаж What the Health рассказывает о том, как потребление мяса влияет на организм, собственно, откуда у нас некоторые болезни, которые вызывают мясо. И я поняла, что я просто ем мясо постоянно. Это какой-то для меня неотъемлемый продукт в моем рационе, без которого я просто не представляю, что можно есть. Так вообще видят картину очень многие. И, не знаю, мне кажется, что перед тем, как ты начинаешь какие-то поиски, что ты можешь есть, что ты не можешь есть, что ты хочешь есть, что ты не хочешь есть, ты думаешь, что вот, у тебя есть мясо, допустим, гречка, картошка, неважно, макароны и овощи. И, собственно, все. На этом дело заканчивается. И я думала так же, в принципе, так и было. Я просто каждый день приходила, жарила себе курицу, или варила там куриный бульон, или покупала там какие-нибудь котлеты, делала. К этому я делала там какую-нибудь картошку и салат, собственно, как, в принципе, привыкла есть с детства. И для меня это было, ну, нормально. И для меня перестроиться как-то было очень страшно, потому что я не знала, чем я заменю мясо, что я буду есть, если я не буду есть мясо, неужели я буду питаться картошкой и овощами, и все. Этот опыт для меня настолько важный, потому что я не стала вегетарианкой, как я хотела, я прекратила потребление мяса буквально на месяц-два, не больше, потом я возобновила, но я ем настолько редко, просто что, даже не считаю это как потребление мяса, потому что сама я его не покупаю, я его не готовлю. Я только ем это, когда мне очень хочется. Если я куда-то иду в ресторан, и я вижу что-то мясное, что мне безумно хочется, естественно, я это возьму. Или там, когда я дома у родителей в Москве, я приезжаю, и если они готовят мясо, я тоже это съем, потому что я не буду делать скандал из-за того, что они приготовили котлету. Но мое мнение по этому поводу изменилось не только потому, что я считаю, что мясо как-то очень плохо влияет на организм, но я просто знаю, посмотрев кучу информации в интернете, посмотрев эти два репортажа, я знаю, насколько мясо, я лично есть не очень хочу. Это просто мое личное заключение, которое не зависит ни от каких вегетарианцев, веганов, экологии, от того, насколько там производство мяса требует воды, требует леса, вырубки лесов. Это очень, конечно, все много, это очень играет роль в моей голове. Но пришла я просто к такому выводу, что лично для меня мясо больше не является чем-то незаменимым, чем-то настолько важным, что я не могу представить свое питание без этого продукта. Но я при этом ем рыбу, и да, очень люблю рыбу, просто обожаю рыбу. Это что-то. Я ем тунец, я ем лосось, я покупаю себе белую иногда рыбу, но реже. Хоть это тоже продукт не самый здоровый в плане экологии, в плане загрязнения океанов, в плане действия на организм тоже не особо классно все там. Но, опять же, я просто не люблю, когда есть люди, которые себя относят к какой-то определенной, не знаю, группе людей. Либо вы вегетарианцы, либо вы веганы, либо вы обычные люди, которые едят все, что хотят.
либо вы сыроеды, либо вы, не знаю, кто вы еще можете быть. Я пришла к такому выводу, что я не люблю, когда человек себя ограничивает в чем-то и говорит об этом направо и налево. Посмотрите, какое классное, я не ем мясо, я не ем рыбу, я не ем яйца, я не пью молоко. Просто потому, что вот я веган, да, вот я веган, я постоянно должен это себе и всем доказывать. Честно, к этому я отношусь плохо, и даже если я считаю себя вегетарианкой, хотя я ем рыбу, и если мне вдруг захочется мясо, я не буду, типа, думать то, что вот как так, Даш, ты же, блин, ты же веган, ты же вегетарианка, ты же не ешь мясо, как так, зачем, ты не должна этого делать. И то, что люди на меня тоже не смотрят осуждающе, потому что я просто не позиционирую себя как... не отношу себя к какой-то определенной группе людей. Это все. То есть есть люди, которые не пьют, есть люди, которые не едят сладкое, но как бы я считаю, то, что это выбор каждого, и это должно быть сугубо личное что-то. Вы не должны об этом кричать везде. Например, если вы не едите мясо и не едите яйца, молоко и все такое, покажите, что вы едите. Вторым пунктом. Помимо того, что я отказалась от мяса, также я отказалась от коровьего молока. Я потребляю молочные продукты только в качестве каких-то йогуртов, сыров, масла. То есть все это я ем, кроме молока. Это почему-то, не знаю, я к этому пришла довольно недавно, и, может быть, полгода назад, где-то так. И это было чем-то очень таким, не знаю, такой был странный выбор. Просто в какой-то момент в моем холодильнике перестали появляться пакеты обычного молока, и я начала покупать себе миндальное молоко или молоко из орешков. Собственно, это, ну, миндальное, еще есть другие орешки, типа фундук, по-моему, да, из фундука. Собственно, просто это не было чем-то типа «надо перестать пить молоко просто потому, что я хочу быть веганом». Это было очень случайное какое-то решение, которое произошло в моей жизни. Ну и, собственно, я теперь, даже если иду пить кофе, если это только не раф, то я прошу его делать на каком-то другом молоке, то есть не на коровьем. Я обожаю просто миндальное молоко, это что-то... Это я не знаю, мне кажется, я просто болею этим. У меня реально какая-то повернутость на миндальном молоке, настолько это вкусно. Мне безумно нравится, и я советую вам. Если вы никогда не пробовали растительное молоко, очень советую вам купить. Здесь продаются вот такие маленькие бутылочки, просто попробуйте. Если вам не понравится, это будет тоже ваше личное мнение, и как бы ничего страшного в этом нет. Когда я отказалась от мяса, я начала искать какие-то альтернативы, что можно есть, кроме мяса, картошки и салатов, как я уже сказала до этого. И сейчас мой рацион просто настолько разнообразен, я ем столько всего, что просто раньше не могла себе представить. Я узнала, что такое булгур, что такое киноа, я узнала, что такое сладкий картофель. В какой-то момент все мои знакомые начали говорить: «Даш, ты отказываешься от мяса, значит, ты не будешь получать то же количество витаминов, которые находятся в мясе». И, собственно, я провела поиски и увидела, что в мясе на самом деле содержатся витамины В, которые очень важны для нашего организма, для всего вообще. Если мы недополучаем витамин В, то огромный риск болезней, даже не риск, а точная вероятность, то, что мы будем болеть. Собственно, самый важный витамин, который находится в мясе, в рыбе, вот в этих всех, в яйцах, это В12. Поскольку мы живем в 21 веке, и уже у нас 2019 год почти, на дворе очень много вегетарианцев, веганов, кого хотите. И просто эти люди придумали просто дофига разных вариантов замены мяса, замены витамина В12, а также протеинов, всего-всего-всего. Вы можете найти все это в других продуктах, в хлопьях, в посыпках для салатов, в, я не знаю, в печенье. Главное просто себя не лишать этой информации и просто искать ее, и это не сложно. Собственно, да, кроме мяса и молока я ем просто все, что хотите. Но сейчас поговорю о другая часть этого видео будет часть номер два – похудение. В прошлом году я очень сильно поправилась, это было что-то очень странное, потому что я всегда весила определенный какой-то вес, который никуда не двигался, я ела, что хотела, я ела ужасные вещи, чипсы, Макдональдс, очень много сладкого, то есть я всегда, никогда себя ни в чем не ограничивала,
Я, естественно, питалась нормально, но в прошлом году случился какой-то перестрой в моем организме, и просто любая мелочь, которую я съедала, сладкое, мучное, вот это все, оказывается, потом вылилось в лишние 5 килограмм, 5 или 6, ну, в общем, много килограмм, очень много килограмм, и я просто офигела, я просто в какой-то момент, я этого не замечала даже, потому что, ну, как бы, я не привыкла за собой следить в этом плане, и я никогда за собой не следила, для меня всегда это было чем-то очень, ну, типа, что ты толстеешь, когда съешь лишнюю шоколадку, ну, в смысле, нет, такого для меня вообще не существовало, я не знала, что такое бывает, я думала, люди просто сказки рассказывают. Мой образ жизни был совершенно нездоровым, то есть недалек от этого, скажем так. И в прошлом году, когда я поняла, в какой-то момент я взвесилась дома у подруги, потому что весов у меня дома не было, я просто вижу, я такая вышла из ванны, говорю, у тебя сломаны весы? Она говорит, нет. И я просто пошла плакать в соседнюю комнату, типа, что происходит? Я просто в какой-то момент поняла, что я вешу на 6 килограмм, да, на 6 килограмм больше, чем обычно, чем должна весить. И для меня это было шоком. Я просто начала себе задать вопрос, как это произошло, когда это произошло. И, собственно, просто как это можно было не заметить, блин. И я начала, собственно, худеть и питаться более-менее правильно. Но это было дико сложно. Мне очень было сложно сбросить этот лишний вес свой, потому что я его видела, и видели его окружающие. Это было некрасиво, я ненавидела свое лицо, ненавидела свое тело. Для меня, у меня были огромные щеки, которые до сих пор, наверное, не ушли полностью, как я бы этого хотела. Я какие-то находила диеты, потом понимала, что это невозможно так питаться, потому что я умру, и просто, реально, просто ничего не есть за день, ну ты не можешь. И в какой-то момент я просто отказалась от всего сладкого. Я перестала есть сладкое вообще. Я не съела ни одной шоколадки за 30 дней. Ни одного печенья, ни одной шоколадки, ни одного круассана, ничего. Я перестала есть хлеб, я перестала его покупать, просто проходила мимо булочных. Ну и, собственно, отказалась от молока. И к лету, и даже летом, я уже выглядела лучше, хоть это был тоже не идеальный мой вес. Тоже у меня было лишних килограмма 3 на тот момент. И все лето я училась, и у меня не было иногда времени на обед, или я покупала на обед какие-нибудь ягоды, орешки, что-то такое. То есть очень просто перекусить, заполнить чем-то желудок и побежать дальше учиться. И, собственно, это сработало. И потом, после учебы, в конце лета я поехала в Италию с мамой и каждый день плавала. И ела там, ну, то есть тоже я не ела ни сладкое, ни мучное, ой, ни молочное, ни мучное тоже не ела. И просто ели мы постоянно одни овощи, какие-то рис, там еще что-то, ризотто, пасту мы вообще не ели. То есть, ну, такие вещи, то есть очень-очень натуральные, скажем так. И очень много плавали. И я просто за первую неделю в Италии, я смотрю на себя и такая, ну... Ну вот, то, что нужно. Ну, правда, я просто не знаю, как это возможно, но плавание действительно очень сильно мне помогает. И сейчас я занимаюсь плаванием, собственно, помимо питания. Чтобы похудеть, вам питания одного не хватит поменять. Нужно еще заниматься спортом и двигаться. Двигаться очень много, ходить, бегать, хотя бег со мной не работает, но это, может быть, у кого-то работает. Плавать, я не знаю, на велике кататься, что угодно, просто двигаться постоянно, постоянно. Для улучшения работы метаболизма есть также программа, которая, когда ты ешь часто, но очень мало. То есть ты ешь на протяжении дня постоянно что-то, каждый там час-два, ты ешь яблоко, ты ешь там еще что-то, ты ешь какое-нибудь яйцо, там, ну то есть такое, все очень в маленьких количествах, но часто. И говорят, то, что это очень сильно ускоряет метаболизм. Я просто так есть не могу, потому что нет времени. Это нужно постоянно быть дома, либо постоянно с собой брать еду, и, собственно, это не всегда просто удобно. Поэтому с этим тоже бывают накладки. И, собственно, третья часть этого видео — это будут вещи, от которых я в восторге, которые я вам покажу, которые нужно обязательно есть, потому что это очень вкусно и полезно. Первое — это сухофрукты и орешки.
Орешки вам нужны вот так для работы мозга. Это то, что просто увеличивает его работу в 1000 раз. Поэтому утром я себе делаю какой-нибудь йогурт, кладу туда орехи, яблоки, сухофрукты, ложечку варенья. То есть, ну, делаю там корицы, посыпаю все это. И чуть-чуть там, например, мюсли кладу. И это мой завтрак. Это просто идеальный наполнитель для вашего организма, для вашей головы, для вашего живота. Просто. И вещи, которые я для себя недавно открыла, это сушеная морожка. По-моему, это называется морожка. Это витамин С. Просто и железо. Железо и витамин С. Просто очень классная вещь. Она выглядит вот так. Собственно, на заметку всем, сушеные ягоды вообще, то есть не только морожка, это может быть ежевика, это может быть что-то еще, это может быть та же клюква, которую очень просто у нас найти, и это может быть что угодно, просто сушеные ягоды добавлять, например, в тот же йогурт или в смузи, в каши, что-то такое на завтрак, это очень-очень полезно. Также из сушеных фруктов я ем годжи. Годжи – это вещь, которая для вашего организма просто безумно полезная, и ваше тело, ваш желудок ваш скажет вам спасибо за это, потому что эта вещь просто богата всем, что хотите. Просто это, не знаю, в этом содержится просто все, все витамины мира, по-моему. Также спирулина – это не еда, это водоросли, которые находятся вот в таких капсулках. И вы их принимаете, по-моему, 3 раза в день, ну, может быть, даже больше иногда, но я принимаю 3 раза в день как пищевую добавку, и это очень увеличивает, как бы, вашу способность к жизни, вашу активность, вашу мозговую активность, ваш иммунитет. В какой-то момент я очень сильно болела, безумно, каждый сезон я болела, по неделе, по две, очень такие прям серьезные у меня были постоянно простуды. И как только я начала пить, я начала болеть намного реже. И сейчас, спустя год, я болею... я болела за последний год раза 3. И каждый раз это было в 2-3 дня, и все проходило. Просто тупо насморк, который проходил буквально за 3 дня. И просто иммунитет ваш скажет тоже огромное спасибо. Также, конечно же, это очень популярная в данный момент вещь, который называется чай-матча. Естественно, вы про это уже слышали, естественно, может быть, уже и пробовали. Я делаю себе чай-латте, я грею молоко, взбиваю пенку и отдельно грею воду чуть-чуть просто, чтобы не только было на молоке, разбавляю водой. Это, ну, не все это любят, вкусовые предпочтения не у всех одинаковые, но я обожаю эту вещь, это очень вкусно, как по мне, это мое личное мнение. И это очень полезно для вашего организма, и это для иммунитета тоже. Собственно, матчу, если вы не пробовали, ходите в кафе, в котором его готовят, или, не знаю, можете купить себе такую пудру, приготовить чай, либо приготовить блинчики, добавить это в блинчики, либо вафли какие-нибудь, что-нибудь такое. И я думаю, вам понравится. И последняя вещь, которую хочу вам показать, это чия. Семена чиа – это очень крутая вещь, которую можно добавлять просто везде. Опять же, очень полезно, насыщает мозг, тело, все-все-все. И можно добавлять в тот же йогурт, в кашу, в салат, во что угодно, куда хотите. Это очень-очень-очень вкусно, да? Спасибо, что посмотрели это видео. Я думаю, что я запишу еще одну часть, в которой я покажу вам некоторые рецепты, которые я делаю, которые я люблю, которые мне нравятся. Также я укладываю некоторые свои рецепты в сторис в Инстаграм, так что заходите по ссылке. У меня есть отдельная актуальная штучка, как это называется, куда сохраняешь свои сторис, которая называется Food Porn, и там вы можете найти всякие рецептики. Я просто пишу список продуктов, которые я кладу в свои блюда, так что можете мне написать, если вам непонятен рецепт, я вам отвечу. Я вас очень сильно люблю, целую. Всем спасибо, всем пока, всем хорошего дня и хорошего питания.